Итак, всем привет. Сегодня мы поиграем в контролем. Есть люди, которым это вроде как будет интересно, поэтому я решил сделать видео. Выбор пал на контроль, собственно, по просьбе тех же людей. Сейчас мы посмотрим на деку, которую мы будем играть. Посмотрим, что она делает. И попробуем кого-нибудь выиграть, собственно. Это дека Юэ Ватанабе с какого-то там протура прошлогоднего. С дракона, собственно. Ну и что у нас здесь есть? 4 ПТЕ. Как лучший ремувал в белом точечный. 4 спел снейра. 2 реманда. 4 Wall of Omens. 2 детеншн сферы мейном. 4 Kitchen Finks'а. 2 клики. 3 команды, 3 Restoration Angel, 3 Suprema, 2 Аджутая и Sun Titan. Собственно, не самый стандартный вариант контроля. Не так уж много здесь каких-то отмен. Здесь больше идет упор в интеракцию к Reach, то есть в Bounce. Возможность чампать финксами, чтобы потом достать их либо титаном, либо блинкануть ангелом, либо даже побаунсить командой. Ну и, собственно, у нас еще есть колоннады, которых можно тоже при определенных условиях причислить к существам с натяжечкой, но все же. Но все же они убивают. Итак, мана-база у нас 4 колоннады. Один касл, киндар существом. Это, я так понимаю, сейвить Аджутая, иногда клику. Ну и легендарных существ у нас больше нет. 4, естественно, фечки, увы. 4 госквартера. 2 фонтана. Кстати, очень интересный выбор. Здесь больше упор идет в бейсике. 4 фильтра, что тоже достаточно интересный выбор. И это как раз связано, насколько я понимаю, с количеством бейсиков, в котором мы играем. Которая приоритетнее в нашем случае, чем фонтан. Хотя при таком количестве захила можно было позволить себе все-таки 4 шока. Сейдборд. Гравдиггерс Кейдж для шторма, для... Дек, который использует Грейв, это, возможно, Ралли. И... Да вроде все. Кто там еще там? И эльфов, по-моему, режет. По-моему, Хорд. Хорд, да, не работает. Один Диспел, 2 Стоуни Сайленса. Один Spell Skite, 2 Negate, Celestial Purge, 1, 2 Oven Mind Sensor. Очень интересный выбор на самом деле. Crucible of Worlds. Если честно, даже не знаю против чего, что у нас в модерне так яро будет резать нам земли. Хотя, может быть, если какой-то мил, можно положить. Не иметь проблем с землями, хотя у нас их так 26. Верховный маг Глины Лендры в контроль матчапах нам пригодится. И против агро, я так понимаю, средства в дислоялити. Дислоялти, прошу прощения. Но у нас очень странная мета. Я, наверное, 2 средства в дислоялти сразу заменю на Spreading CS. Что нам поможет резать глаза Уджином и прочее. В контроль. У нас такие есть. Нету. Отлично. Новый контроль. Попробуем с кем-то сыграть. Давайте даже создадим. Индекс. Модерн.
Без пароля. С паролем. Какой я молодец. Вот, я уже нашел. Контроль. Что ж, попробуем. Начнем, пожалуй, мы. Пять земель. Но у нас есть Wall of Omens, это значит, что мы дровнемся на второй ход. И ПТЕ, значит, что мы защищены. Мы можем попробовать. Давайте, почему бы и нет. Будем надеяться, что у него не самая быстрая дека. Начнем с колоннады тапанной. Второй ход Wall of Omens. На самом деле рука не очень, хотя оппонент смолиганился до 6, хоть что-то. Но кипнул верхнюю, ой, гоблина, отвратительно. Это плохо. Пожалуй, пофечим. Стараемся уменьшить количество земель в библиотеке. Но все равно нам приходит колоннада. Победа. А, так. Вот и Pile Driver, который я, собственно, боялся. Атаковать сейчас нет смысла. Финксы отличные. Мы можем сейчас здесь сыграть финксов. И да, почему бы и нет, мы сыграем финксов. Мы сможем блокировать пайлдрайвера, размениваясь, если он пойдет на это. Хотя, оп-оп-оп. Что, первый удар и пробивной удар. Ага. Это была ошибка на самом деле, если бы у него было что-то хостовое, я мог бы просто потерять существо. Поставим равнину. У нас теперь есть возможность команды. Пропустим атаку. У нас есть возможность команды. Нам нужно... хочешь сделать в конце нашего хода. Целое ничего, я полагаю. Я не уверен, что я хочу сделать. Если он будет что-то кастить, я хочу это отменить и, наверное, потапать крич. Если он не будет ничего кастить, я хочу кинуть ПТФ пайлдрайвера. Это я выпущу. Бушвакер. Ага. Нет. Эй! А, да у меня нет третьей синей. Да. Я немного сонный. Давайте сразу убьем его. Чтобы не возникало никаких вопросов. Неловких ситуаций, как только что. Нужно было просто отменить это все. Подроваться, либо потапать что-то. Что-то, то есть, все. Не париться. Так. Там сейчас first strike. Тремпель. Идет на 6. 8. 8 это можем себе позволить даже. Чампить не хочу финксами, а вот закрыться от жителей Литии на улице хочется.
Отлично. Сыграем колоннаду Think Solve. Можно было сходить в атаку, но, наверное, не стоит. Если там будет еще один бушвакер, будет очень неприятно. Гоблин гайд. Команда. Ну, все, бушвакера не будет, можно уже не переживать. Ага, там первый удар у всех будет сейчас. 4, значит, я пропущу. Спасибо. Это приятно. Так, нужно убить лоялиста, чтобы такое не повторялось. И, я думаю, бушвакера. Поблокируем гоблин гайда. Поскольку из оставшихся это наибольший источник урона, который не угробит нашу стену. Немного получили в лицо, это не страшно. Я думаю, это будет достаточно хороший матчап для нас. Есть вариант контрить что-то, потапать их всех. Есть вариант поставить сферу. Есть вариант поставить сферу, сходить в атаку, в следующий раз отконтрить что-то, побаунтить сферу и поставить ее еще раз. Наверное, так и сделаю. Сейчас мы уберем всех токенов. Иначе нам от бушвакера может приехать очень неслабо. Пойдем в атаку на 6. Лоялист, окей. Смотри, мне проходит, если там есть гоблин граната, я умираю. Еще одна стена, отлично. Наверное, была ошибка атаковать обоими финксами. А ты резолвишь обилку свою другу? Без разницы. Да, гоблин граната. Отлично, мисплей. Вот он мисплей, мисплейчик-то. Что мы можем здесь сделать? Фрицы мне не нравятся, майн-сензоры не нравятся, они ничего не ищут. Негейт. Диспел. Стоит положить диспел. Вместо спел снейра. Пурш тоже вместо спел снейра. У него не так уж много вторых дропов. Окей. Давайте попробуем еще раз. Будем играть более осторожно. Мне, в принципе, нравится. Мы на четвертый ход, если поднимаем любую землю, сможем скастить команду. На третий ход, если он наплодит токена, мы сможем их сразу брать. Снова леганится до 6. Это славно. Тем более теперь он не на дрове, до 5. Отлично.
5. Кипнул 5. У нас этот раз намного лучше все. Даже если мы будем дровать достаточно большое количество земель, у нас есть какая-то ранняя игра в виде Wall of Omens, и мы сможем потом подроваться и сдерживать агрессию с помощью команды. А там и до Сантайтона недалеко. Кавером. Отлично. Не зря я все-таки выкладывал. А почему не пошел в атаку? Ну ладно. За это я на него не в обиде. Ну, а теперь ему нет смысла идти в атаку. Миракль. Wall of Omens, а, не влетает. Да, хорошо, красной нету. Вуаль в гоблинах. Да вы серьезно? Это достаточно интересный мув. И бушвакер своим ходом. Да что происходит? Это что-то достаточно интересное, мне нравится. ВВМ. Так, сейчас будем играть аккуратнее. Я думаю, сферой заберем вуаль, потому что... Я не знаю, зачем она здесь, но это меня пугает немного. Может, там что-то страшное. Может, он хочет выйти в Крэнка или... Или в что-то подобное. Так. Что мы можем сделать? Можем сделать почти всю руку. Пойдем, пожалуй, в атаку. Я не уверен сейчас, что я хочу убирать вуаль. Потому что с одной стороны туда все равно что-то вылезет за одну ману. С другой стороны, я могу что-то сейчас отконтрить и сбаунсить в реале. А если я этого не буду делать, то я поставлю Restoration Angel. Мне кажется, этот плей лучше, потому что... я все равно не собираюсь ничего контрить за одну ману. А бушвакер без кикера не выйдет с реале. Окей. Второй жетон. Как бы есть смысл ему сейчас идти в атаку, да, потому что он хотя бы один урон нанесет. Но вот и минус того, что он идет в атаку. А нет, не минус, все-таки Романд. Да, без проблем. Давайте поблокируем его. Окей. Okay.
Болт куда? В чем смысл? Еще один болт? А, да. Дэмэдж, дэмэдж был. Окей. По баунсим фингсов, по гениям жизни. Если честно, не особо-то и расстроился. Как-то бездарно потраченное. Ну-ка, я хочу, наверное... Все-таки берем Виаль. Она меня немного напрягает. Я сейчас много будет зависеть от того, сможет он что-то поставить или нет. Он все делает правильно в респонс триггеру. Вот он, Pell Driver все-таки вылез. Подлец. Да. Сыграем все-таки аккуратно. Постоим на блоке. Даже если лайлист выйдет, съедим какого-то бушвакера и гоблин гайда. Без атаки. Отлично. Рабо мастер. Во второй фазе. Окей. В принципе, окей. Не страшно. Хочу атаковать. Это агрессия. Я ему покажу, что у меня что-то есть. Он... Наверное, испугается. А может быть и нет. Окей, пусть выйдет. Окей. Так. Отрезал, или теперь мы потапаем всех крич, дроним карточку. Ю-ю. Отлично. Так, еще два хода. В принципе, если бы у нас была еще одна команда, можно было просто два раза сходить в атаку. Хотя, подождите, так оно и будет. Сейчас я иду в атаку. Еще раз тапаем, и я еще раз иду в атаку. Идеально. Че там? Не понял, что произошло или как? Так. Ландропы. 26 земель. Мы делаем все для того, чтобы не пропускать ландропы. Мы пропустили их 3, если я не ошибаюсь. 13 ход. То есть для нас это 7, кажется. Да, нет, 2 вот мы пропустили в таком случае. Да. Лоялист, отлично для него. Я даже поконтрить не могу. Резолвим. И снова тапаем крич, драм карту. Прости, оппонент. Да. То есть мы выиграли.
Очень хорошая ранняя рука. На что, в принципе, это ДК рассчитано. Я собираюсь оставить, начать с Flooded Strand. И достать шок в конце хода. Минамо. Мы так ни разу и не нашли Аджитая. Даже с учетом того, что мы сыграли два раунда. Хотя ДК понята достаточно быстро. Это все объясняет. Сполскайт. Ну, окей, но не знаю, стоило ли. Как бы... Ну, черт его знает. Это вроде даже не Эспер, не так уж многоточечного армувала. О, вспомнили. Я надеюсь, следующий дроп у нас будет земелька. Точнее, не дроп, а дроп. Да, отлично, земля. Foundry Street Denizen, это очень неплохо для нашего оппонента, особенно если сейчас будет Лоялист, Гоблин Гайд и что-то с Виале. Это будет очень неприятно. Я не смогу блокировать. Прям на дрове ставят. Могор Маршал, да. Да-да-да, окей. Бушвакер. Ну, не круто. Что тут еще сказать? Да блин. Ну, немножко потерпим, ничего страшного. Девять хитов. Неприятно. Две карты. Я, с одной стороны, склонен к тому, чтобы поставить еще одну стену, сидеть на сполснейре. У нас не выйдет это сделать, поскольку у нас слишком много карт. Хотя нет, выйдет. Со стенкой у нас будет снова 7. Будем сидеть сполснейр ПТЕ. ПТЕ, правда, здесь много не сделает. Потому что там сплоскает стоит. Но в крайнем случае придется сдать стену какую-то. Я надеюсь, на четвертый ход у нас будет Supreme. И, собственно, 3. Почему бы ему не прийти в какой-то веке. Поэтому... Ну, неплохо. Хотя бы мы земли получаем. Не будем пропускать ландропы. Что для нас хорошо. Не, ну, гоблин с Вуали — это что-то интересное, на самом деле. Но... У них много чего за каст. Именно... Плюшки даются, поэтому я не уверен в целесообразности. Окей. Все так просто. Мне кажется, просто Гоблин Варшиф, или как его там, короче, который антенна, может антенну поставить на инстанте. Ну, в любом случае это ничего особо не изменит.
Однако, здравствуйте. Перезагрузка сервера в 2 часа. Что ж поделать? Через 2 минуты начнем новую.